Здравствуйте! Сегодня мы будем рады показать вам распаковку шоколадной игры. Это игра My Little Pony. Шоколадная игра. Chocolate Game называется. Сегодня я купила Еве эту игру в продуктовом магазине. Итак, на коробке мы видим нарисовано, кто Ева, расскажи. Это у нас, конечно, спереди нас поджидает Твайлайт. И за ней, конечно, тут такая Каденс там. Шенни Кармана нету. Рэмбл Дэш тут есть, Пинки Пай, Твайлайт. Как всегда, у нас долгожданная Твайлайт. Так, а что на оборотной стороне? Давайте посмотрим этой коробочки. Это наши карточки, которых надо искать там. Вам же видно, что это у Сикоры нету пары. Так. Тут надо пары искать. Но об этом я не буду рассказывать, позже расскажу. Узнаем позже. Итак, прочитаем правила игры. Да. Правила игры. Сохраните карточки от шоколадок. Когда соберешь все 23 карточки, можешь начинать свою шоколадную игру. В игре с 23 карточками могут участвовать до 3 человек. Раздай по 5 карточек каждому игроку. Определи право первого хода с помощью соответствующих двух полосок право первого хода. Отложи в сторону все парные картинки и возьми из колоды карточки, чтобы на руках было не менее трех штук. Вытягивай у другого игрока наугад по одной карточке и собирай из них парные, откладывая их в сторону. После каждого хода из колоды бери по одной карточке. И последнее правило. Проигрывает тот, кто остался с одной непарной карточки. Угадай, у кого нет пары? Ну, я уже разгадывала эту карточку. Ну, конечно, это Зикора. Так, у этой Зикоры вот нет пары. Ну да, видите? Нет, тут больше Зикоры. Так, замечательная игра. Конфет здесь находится внутри, как гласит упаковка, 75 грамм. Итак, да. Начнем нашу распаковочку. Так. Пленка здесь не очень такая. Кстати, это почти из самой Америки еще. Так что можете на сайтах так заказывать подобную игру. Да. А вообще да, просто это показывать надо таланты этим играм. Что это файлы показывать там. Так. И все такое. Ну, вот и наш распаковочный как раз. И карточки. Тут давайте я вам о карточках расскажу. Сейчас. Итак, как же снимать? Я думаю, что распаковывается вот здесь сверху. Так, что нам для этого понадобится? Сейчас, подождите. Вот здесь, да. Вот тут есть дырочка специальная, не знаю, для чего она. Вот, да, у нас Twilight Sparkle хочет пригласить за конфетками. Итак, достаем. Так, подождите, опустите пока. Подожди, так, я вытягивай. Тут так, секундочки. Ой, ай, блин, мама. Оператор, вы карточки отрываете. Итак, как обещала нам игра, это шоколадная история. Покажите, что тут за конфетка. Да. Первая конфетка в виде ангелка. Я думаю, вам по камере непонятно. Да. В общем, здесь конфеты. Попробуем перевернуть и показать. Уточки, зайчики, подковки, сердечки, слоники, звезды. Вот они у меня все повываливались на ковер. Ну что, Ева, попробуй, как тебе конфетка? Ева, не дожидаясь показания, попробуй, даже точит все конфетки. Ну что, а что же непосредственно внутри коробки? Вы что-нибудь видите? Пустовато. Так, как гласила упаковка, раскраска была внутри. Вкусные шоколадки внутри. Так, раскраски внутри мы не нашли. В общем, игра это не по сами вот эти карточки непосредственно. Их мы сейчас и будем распаковывать. Да, их не так-то просто здесь оторвать. Да. Пинки. Да. Так, да. Аккуратнее, Ева. В общем, нам пригодятся для распаковки ножницы. Да. Ева, принеси ножницы. Ну что, игра понятна? Только на оборотной стороне коробки. А внутри вот такие шоколадки.
довольно вкусные. Да, Ева? Угу, вот. Так, спасибо за ножницы. Ну что, я думаю, как играть в эту игру понятно. Шоколад вкусный, понятно. Игра стоит 110 рублей. Смотрите наши следующие распаковки. Приятного аппетита, Ева. С вами была мама Евы и сама Ева Королева. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока-пока.